И кадры, которые мы получили только что от нашей съемочной группы, работающей в районе Дебальцево. Сегодня там в плен сдалась самая многочисленная группа украинских силовиков – 72 человека. Эти кадры – явное опровержение слов спикера военной операции на юго-востоке Украины Андрея Лысенко, который назвал информацию о сдаче военных под Дебальцевом «чистой пропагандой». Впрочем, Министерство обороны Украины уже сегодня, после того, как накануне вечером в программе «Время» был показан сюжет корреспондента Первого канала с места события о сдаче небольшой группы силовиков, было вынуждено признать тот факт. Там заявили, что группа военнослужащих 101-й отдельной бригады охраны Генштаба и 8-го отдельного полка спецназначения во время выполнения боевого задания попала в засаду и в плен. При этом ведомстве продолжают настаивать, что массовой сдачи не было. Теперь остается ждать комментариев к этим свежим кадрам из Дебальцева.